Друзья, дорогие, привет! Сегодня поговорим про почитание святых. Почитают ли лютеране святых? Ответ утвердительный. Почитают. Но как? Немножко по-другому, чем православные и католики. Мы действительно почитаем святых. Их именами мы освящаем церкви. Я, например, служу в церкви Святой Анны. Их именами мы крестим детей. Их жития мы изучаем. Учимся у них примеру веры, любви, терпению, служению и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле мы почитаем святых, но мы не обращаемся к святым в молитве. И вот, наверное, это основная тема, о которой я сегодня хотел поговорить. Много раз я слышал, как православные объясняют, почему следует молиться святым, следует обращаться в молитве к святым. Вот такие аргументы. Аргумент номер один. Мы друг у друга просим молиться за нас. Кстати говоря, пожалуйста, помолитесь обо мне тоже. Это так, и мы друг за друга молимся. Второй аргумент. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Это правда, это написано в Священном Писании. Аргумент третий. На небесах совершается литургия, и это та литургия, где святые участвуют. То есть они молятся Богу. С этим мы тоже спорить не будем. Наверное, святые на небесах с Богом молятся и за нас тоже. И вот как бы на этом вся аргументация закончилась. То есть раз мы можем друг у друга просить, раз у Бога все живы, два, раз они молятся и так за нас, три, значит мы их можем попросить, пусть они нас молятся, потому что мы друг друга просим. Но есть проблема, мне кажется, очень серьезная, нерешенная из того, что вижу я. А проблема заключается в том, что мы не знаем, способны ли святые, пусть которые живы, пусть которые молятся о нас, пусть которые перед Богом, слышать молитвы людей, обращающихся к ним одновременно, и вообще слышать молитвы людей. Кое-что мы знаем о том, что действительно на небесах люди знают о том, что происходит здесь на земле. Мученики говорят, что за их мучителем не было еще, не воздали, но это не значит, что они как бы вот прямо из космоса наблюдают. Мало ли что они знают. Я сегодня ехал по радио, тоже слышал какие-то новости, но я не был свидетелем этих новостей. Или мне кто-то что-то рассказал, но я не был свидетелем того, что мне кто-то сказал. Почему они знают, как они знают, может быть, Господь им открывает или еще что-то и так далее, я не знаю. Но дальше мы в Писании находим огромное количество молитв, и мы не находим, чтобы апостолы или еще кто-то обращались в молитвы к святым. То есть, ну, молились даже к ангелам и так далее. И в этом проблема, что мы вдруг святых начинаем наделять божественными свойствами. То есть способностью слышать молитвы людей, обращающихся к ним одновременно. Вот. И поскольку мы не находим подтверждения этого, но мы находим подтверждение, что Господь точно слышит наши молитвы, если мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа, как написано в Священном Писании, то Он точно слышит наши молитвы. А даже знает даже еще заранее, прежде чем мы к Нему обратились. Вот. Поэтому мы не тратим время впустую, а сразу обращаемся к Богу. Аминь.